Ребятки, всем самого доброго утра, всем большой привет. Просто посмотрите на этот красивый, мягкий, теплый свет на кухне. Там, как же он мне нравится. Сегодня утро субботы, мы очень хорошо выспались, по крайней мере, я. Эти встали пораньше, бегали по моей кровати, прыгали. Но я держалась до последнего. Смотрите, какое у нас сегодня красивое голубое небо. Прям такое летнее. И, кстати, такая свежесть сейчас бывает по утрам, когда вот открываешь окно. Прям такой прохладненький, свежий воздух. Хочу немножко проветрить комнату. Не обращайте внимания на этот бардак. Это я еще чуть-чуть так прибралась. Такое ленивое субботнее утро. Это все потому, что я на ночь вчера оставила эту посуду, игрушки, все как есть. В общем, единственное, сейчас поправила диван, убрала со стола. Вчера был очень тяжелый длинный день. Сперва в школе, потом на дзюдо, потом я ездила на рынок. Ой, солнышко спряталось. Потом я ездила на рынок, потом в магазин, доставка из Ленты, пока все это убрала по местам. То есть, вечером гости были, где-то к 9 приехала заловка. После того, как она уехала, пришли еще племяшки, и мы с ними допоздна, в общем, ели, пили. И я, в общем, заела. В итоге все это сложила вот здесь вот просто на столешнице и легла спать. Поэтому вот сейчас, как с утра встала, быстренько помыла посуду, сейчас собираюсь готовить нам... Что ты хотел? Завтрак? Сгущенку? Ой, пакеты нужно вынести на сегодня. Мусор будет забирать. Кстати, вчера готовила такие вот кукурузные лепешки на вечер. Сейчас их, правда, Эски покромсал. Он подходит, по одной их кусает. Поэтому мне вид потеряли. Но это было очень вкусно. Это кукурузные лепешки с добавлением творога, зеленого лучка. Со сметанкой, с овощами было очень вкусно. Мы с заловкой тоже поели. Так, сейчас будем готовить кашку для Эски. Молодец. Еще добавь чуть-чуть. Мама, не пей, но холодное. Так, давай. Кстати, сейчас увидела эти тыковки, вспомнила о том, что я заказала на Валберес очень классные такие сукоцветы вазу. Хочу немножко так привнести на кухню осенних, как их правильно сказать, ноток, что ли. Сейчас поменяю скатерть после того, как позавтракаем на свою осенинскую. Заберу с Валберис вот эти вот, как я и сказала, сукоцветы. Ну, короче, сукоцветы вместе с такими голубыми, как будто бы цветочками. Их поставим. Можно будет на подушке вот эти наволочки надеть. Что у меня еще? У меня еще такой классный пледик был. Можно будет его сюда принести. В общем, как-нибудь так украсим. У Берсика сегодня еще, кстати, занятия по гимнастике. В час, Берс. Не в 16:30, а в час сегодня будет. Иван Валерьевич писал, что по субботам у вас будет в обед. Я обещала сегодня приготовить Берсику синабоны. В субботу обещала их сделать. Так что пока ты будешь на тренинге... С белыми усами, Эски. Пока ты будешь на трене, я буду готовить синабончики на обед, хорошо? Берс сегодня думал, что выиграл эту жизнь. В общем, мы спускаемся со второго этажа. А я еще не могу понять, когда мы на втором были, когда я пыталась спать с этими. Он такой подходит и говорит, мам, а ты что, спать хочешь? Ты все еще спать? Можно с конца скажу? С конца? Да. С конца или сначала? Ой, сначала. И? Шкаф, ну, это можно пропустить, три, да. Три вафли, потом с утра до часы, там 8:30 и... В общем, он думал, что он сегодня в школе, и что он пропустил школу, поэтому так подходил, ехидно улыбался и спрашивал, мам, ты что, спать хочешь? В общем, он думал, что я просто, типа, проспала, забыла про него, думал, что выиграл эту жизнь, как я и говорю, но не тут-то было, сегодня суббота. Эски... Видели лицо Эски? Еще Берс, он, смотрите, сделал флаг Японии своей любимой. Поставил за диваном. Вот. Надо было без красками разукрасить, а то так нехорошо видно. Покажи. Угу. Мам, вот такой беконовый. Что? Беконовый цвет. Да, сейчас. Да ладно, ничего. Кстати, знаете, Берс знает очень хорошо различные флаги.
То есть именно цвета, что у них на флаге там нарисовано, может быть. Давай скажем, к примеру, какой флаг у Франции? У Франции синий, только такие перевернутые, синий, белый, красный. Перевернутые имеется в виду вертикально, да? Да? Да. Угу. Так, а у России? У России это белый, красный, синий. Ой, нет. Так, белый, синий, красный. Ага. Флаг Германии. Флаг Германии черный, желтый, красный. А Китая? Это красный и вот так звезды и там звезда, например, такая большая. Так, флаг, ну, Японии мы знаем. Флаг, да, потом, сейчас. А, этой, Северной Кореи. Северная Корея, вот так белая и красная, синяя, вот так, типа, волнистые, вот так они. Типа, вот так еще, вот так, типа. Да, я сама не знаю. Посмотри, да. Сама в интернете. Да, сейчас после посмотрю, подожди, так. Так, Турции флаг. Красный и там луна и звезда. Ага. Так, флаг Швейцарии. Флаг Швейцарии. Ну, если не знаешь ничего, Индии. Индия? Оранжевый, белый, зеленый. Ну, Швейцарии, походу, там красный и крест такой. Ага. Так, а и давай есть. Флаг... сейчас я тебе скажу. Испания. Испании. Красный, желтый и красный. Там... Помнишь? Так, давай тогда флаг. Так. Угу. ОАЭ. Да, это Объединенные Арабские Эмираты. Что-то у них зеленое. Нет? У Дубая? Да. А, там черный. Красный-зеленый. Черный-красный-зеленый? Да. А у Саудовской Аравии? У Саудовской Аравии вот так зеленый и там... А там на арабском... А, да. Я знаю, там еще что переводится, это... Так, только не говори. Не надо посмотреть. Хорошо. Нет богов, кроме Аллаха. Нет богов, кроме Аллаха, да. Так, я про кашу забыла. Так, все, каша готова, все. Приготовился, сел свой стульчик, ждет кашу. Кстати, он уже научился давно сам туда залазить. Так, мы с Берсиком тоже садимся есть, Эски уже покушал. Такая вот нарезочка, яйца всмятку, поэтому не очень такие симпатичные. Как я и сказала, кукурузные лепешки покусанные Эски и чаечек.
Не знаю, как вы к этому относитесь, если честно, мне очень нравится. Конечно, это своего рода такое баловство, но я люблю немножко так украшать, носить изменения в соответствии со временем года. Вот, смотрите, вроде бы таких кардинальных изменений нету, но немножко так обновила текстиль в качестве скатерти, добавила пледик, вот здесь вот так вот подушку, занесла наше кресло, качалку, и мне вот здесь как-то так, на мой взгляд, стало немножко так уютнее и теплее. Смотрите, какая красота. И не решила, куда еще буду ставить ту самую вазочку с сухоцветами, потому что там такие же цвета, как и у этой скатерти. Я не знаю, не будет ли этого всего так много. Там тоже синий цвет, бежевый, по-моему, даже оранжевый, как и тут. Посмотрим. Я думаю, или сюда поставить, а вот видите, вот здесь вот оставила место, или же на столешницу, вот сюда вот, посередке. В общем, принесу, будет видно. А я, кстати, собираюсь уже готовить синнабончики. Все здесь для себя подготовила. Молоко уже я вмешала сюда, сахар, соль. Так, все. Сливочное масло растопила. Тут у меня 2 яйца. И вот такие вот дрожки для сладкой выпечки. Вот. И понадобится 1 кг муки. Положила Эски спать, Берс пошел на тренировку. Кстати, я знаю, что это не осенние цветочки, но все же решила сюда вот на стол их тоже поставить. Я сейчас пойду на Валберес, заберу свои Эски, свои, так говорю, подгузники, там где мои шлепанцы. Так, сейчас забрала свой заказ, с Валберес бегу обратно. Вот, кстати, моя коробка с цветами, так интересно посмотреть. Я даже не стала там открывать, что-то проверять, потому что я и так там очень сильно задержалась из-за того, что девушки с Валбереса вышли куда-то на обед. Было написано перерыв на 20 минут, но по итогу я прожила их 45. Какой жирный кот! Вот, и с каждой минутой, проведенной там на улице, мне уже жалко было идти обратно. Я каждый раз думала, ну, если я уже 20 минут ждала, подожду еще чуть-чуть, потом смотрю на время. Но если я уже 30 минут подождала, подожду, потерплю еще. И по итогу вот так вот 45 минут, думаю, проверять стоять вообще времени нет. Смотрите, как поднялось тесто. Еще немножко подняться и отправляю упаковку.
После того, как я поставила булочки запекаться, я принялась за готовку обеда. Еще со вчерашнего дня должна была разделать эту курицу. Только что ее разделала, приготовила нам куриный соус. Булочки выпеклись, я помыла посуду. Я извиняюсь за этот шум, я у Эски отобрала телефон. Так, мне осталось на соус добавить зелень, он, в принципе, уже готов. И на булочке осталось приготовить такую вот сливочную помадку сладкую. Для этого мне понадобится сам сливочный сыр, сахар и капелька молока, для того, чтобы она пожиже была. И все. После этого, то есть мы поедим, попьем чаек и к вечеру поедем сегодня к моей маме. У меня получается переездить только по субботам и воскресеньям, а лучше всего субботы на воскресенье, потому что в остальные дни, как я сказала, Берс у меня то на тренировке, то школа, то еще что. Поэтому только так. А мы с детьми и с нашими булочками приехали к бабе. Все. Ба! Все, на месте. Мама для нас готовит галушки, кстати. Традиционно галушки. В этот раз, правда. Куда ты? На сушеном мясе. Но я, правда, попросила для себя и обычное сварить. Все нормально. Все как обычно. Альхамдулилла. Шуга, худу. Тоже галушки готовите? Угу. Ребятки, посмотрите, какой красивый комплект подарила мне мама. Не по поводу, а просто так. Такое вот колечко. И посмотрите, как они красиво блестят. Это серебро, кстати. На ушах вообще прям прелесть, как смотрится. Я просто сейчас вот сняла для того, чтобы вам показать. И замочек очень хороший такой вот. Я люблю. Вот. Скажи привет. Мне все равно не больно. Не, чтобы не порвались. Ага, давай и покажи. Давай. Давай, давай, давай. Садись, садись до конца. Ой, молодец. Ой, молодец. Вот, он молодец, учится. Молодец. Эски, скажи раз, два, три. Девочки, всем привет. Это уже новый день. Вызвала мальчика соседского постричь нам траву.
В общем, я когда в пятницу ушла с садика домой, увидела его, как он у себя, ну, он не работает, просто он у себя там стриг траву с улицы. Я к нему подхожу и говорю, ну, как бы рукой показываю, говорю, мы вот там вот живем, а мог бы ты к нам тоже прийти состричь? Ну, сразу, естественно, думаю, что он тоже понимает, что за деньги. Он говорит, да, конечно, без проблем. Дал мне свой номер, говорит, когда нужно будет, короче, звоните. И, в общем, сегодня воскресенье, я ему звоню. Он сразу поднял трубку, говорит, а, это вы, да, я сейчас приду. В общем, пришел, я вышла, короче, показываю, вот это обходи, вот этот кустик оставь, то и все, остальное постричь. И, в общем, когда я показала весь объем и говорю ему, как бы, на какую сумму ты, типа, согласен? Он говорит, нет, мне ничего не нужно платить, я просто пришел помочь. Я говорю, ты что, прикалываешься? Он, кстати, родом из Таджикистана. Я говорю, нет, конечно, я говорю, я тебя не звала для того, чтобы ты просто мне помог. Я говорю, назови сумму. Он говорит, нет, ничего не нужно. С ним еще вот младший братик там сидит, ждет его. Я ему протягиваю, он тоже не берет, этот не берет. Я говорю, возьми. Короче, настояла. В общем, вот он, не хочу с лица показывать. В общем, это меня так просто восхитило. Не знаю, Маша, Аллах, в наше время есть еще такие люди, которые готовы помочь за просто так. Представляете? Так не вовремя заснул Эски. Мы сегодня только после обеда вернулись от мамы, собиралась подготавливать детей в школу, в садик на завтра. Завела только Берса купать. Выхожу, Эски уже тут вот спит на диване. Подготовила все вещи, обувь вымыла на завтра. Сейчас вот Берс учит стих. Готов? Готов отвечать. Давай. Угу. Нам, кстати, с тобой еще окружающие нужно учить. Нужно найти текст из интернета. Не наизусть, но пересказ. Давай. Сказка по лесу идет, сказка за руку ведет. Из реки выходит сказка, из трава, из ворот. Это что за хоровод? Это сказка хоровод. Чтобы что? Ой. Подсказать? Сказка. Не надо. Не надо заново, Вер. Сказка, умница и... Давай сначала тогда. Сказка по лесу идет, сказка за руку ведет. Из реки выходит сказка, из трава, из ворот. Это что за хоровод? Это сказка хоровод. Сказка умница и прелесть с нами рядышком живет. Чтобы снова добрый злого победил. Чтобы снова стать хорошим победил. Вот, отлично, все, молодец. Можешь больше не учить, что ты его знаешь. Закрывай сейчас на пути. Царят льды и холода. Его основали в 1976 году. Так. Заповедник состоит из арктических пустынь и гор. Заповедник. Давай, держи. Опа, молодец. Давай. Опа. Давай. Держи. Молодец. Опа, да. Садик идешь? А есть я же у меня сразу. А, Юхон, давай. Угу. Эск, ты в садик идешь? Угу. Хочешь садик? Нет. Нет, да? Пойдем. Пойдем, вставай. Нет. В смысле нет? Пойдем. Все, давай, вставай. Девчонки, я уже дома. Как пришла, позавтракала. Сейчас вышла для того, чтобы
подмести, плюс нужно собрать эту траву, которую вчера скосили, собрать и убрать по пакетам. После, наверное, зайду и смонтирую вам этот влог. Правда, точно не знаю, успею ли сегодня выложить, потому что на сегодня после обеда тренировка с Берсом.